Уважаемые любители моих роликов, особенно про эволюцию человечества, которое любит трескать, а еще иногда и выпивать, и вкусно закусывать. Я сейчас собираю вишенку. Вишня – это чудесная вещь. А из нее делают всякие полезные вещи. Ну, уж про варенье не говорю. Но самое главное – настойки. Вишневая настойка, как говорится, это русская национальная выпивка. А вишневая настойка на водочке является божественным напитком. Многие у меня спрашивают, а как барожиться этими самыми настойками? К сожалению, фирма «Пироги и мухи», которая в Саратове на Петра Столыпина 24, фирма небогатая. И у них таких возможностей еще нет. Да и объемы-то, в общем-то, скромные. Потому что люди, которые готовят эти настоечки, в том числе на вишенках, вынуждены, так же, как я, собирать это ручками. А технологии ни вишневой, ни грушевой настойки, меня не спрашивайте. Я хоть и знаю, но это же коммерческая тайна. И восстановленные, тем более, из далекого 19 века. Это русская национальная традиция. Хотите пить вишневую настойку, становитесь русскими. Русскими. Пока это еще можно сделать. Вот. А так, я могу сказать, что в конце этого ролика, тоже посвященного всяким безобразиям, будет дана ссылочка, когда я окажусь в городе славном Саратове, в тех самых пирогах и мухах, и там даже отвечу на ваши вопросы. Ну, если вы захотите, конечно. Ну, народу там немного, помещение маленькое, поэтому там будет все это происходить 2-3 дня. А может и 4, ну, если интерес у вас появится. Ну, и не только ко мне, естественно, но и продуктом прошлогодней экстракции вот этих замечательных ягодок. Ну, не этих, конечно. Ну, примерно тех же самых. Та же самая Владимирка, та же самая косточка с санистым калием. Ну, сами понимаете, без чертовщинки нам никак. Поэтому в конце ролика я вас приглашу в Саратов на конкретное время. Ну, а пока мы с вами поговорим о сложностях бытия, которые иногда у вас вызывают почему-то большой интерес. Хотя сложности, в общем-то, одни и те же. Уважаемые любители моих небольших роликов о науке и эволюции гоминид. Сегодня ролик называется «Думать можно». Это великое дело, потому что, как замечено аккуратными, внимательными немцами, ну, исследовавших на Мадагаскаре мышиных лемуров. Ну, почти 200 штук изучали. Цель была простая – изучить продолжительность жизни у этих самых мышиных лемуров. И они изучили ее. Оказалось, что среди мышиных лемуров умные живут дольше, а глупые – меньше. Так что польза из этого исследования о том, что надо думать, очевидна. Ну, в общем, у нас это тоже пока не запрещено. Я имею в виду думать, потому что вот был форум будущих технологий, который произвел на меня неизгладимое впечатление как постановкой задач, так и ответом на них. И на этом форуме, значит, его приветствовал наш высочайший, и сказал, что в Российской Федерации не планируется отмена науки. То бишь, думать можно пока. У нас наука, конечно, небольшая, примерно как один американский университет потребляет. Поэтому, конечно, ну и результаты скромные. И по каким-то загадочным причинам у нас много организаций, я точно знаю, с многомиллиардными бюджетами,
которые, кстати говоря, были представлены на этом форуме будущих технологий, ищут таланты. Ну, пока безуспешно, как вы понимаете, но они хотят их найти, развить и сохранить. Вот этой почетной задачей было направлено очень много выступлений различных людей на этом форуме. Значит, могу сказать, что, в общем, проблема решена примерно 30 лет назад, как выявлять таланты. Я имею в виду с помощью высокоразрешающего томографа по конструкции мозга. Но вы знаете, это не благословляется по той простой причине, что объективный анализ мозга, тех самых, который собирается разыскивать, сохранять и развивать будущие таланты, может оказаться непригоден ни к чему. Да и многих других. По этой причине эта технология пока не востребована. А вот такие форумы, они, так сказать, имитируют некий интерес к этим вопросам. Это очень печально слушать, когда ты всю жизнь занимаешься индивидуальной изменчивостью человеческого мозга, и вылезают какие-то люди, которых ты никогда не слышал, которые в науке ничего не понимают. И даже в психологии такой псевдонауки тоже ничего не понимают. И спокойно возглавляют огромные проекты, где как раз должны этим заниматься. Конечно, становится немножко как-то неприятно. Почему? Потому что, конечно, науку закрывать не будут. Это явно. Ну, надо оставить ее какой-то видимости. Но похоже, что, может быть, ее закрывать уже и не надо. Знаете, есть такой старый анекдот, когда пожилой человек, ну, там, с большим опытом сексуально-романтических отношений, приходит к терапевту и говорит: «Доктор, вы знаете, у меня несчастье. У меня, в общем, причинное место вот повисло и уже совсем почернело. И хирург злой говорит, что только отрезание, больше уже ничего. И добрый терапевт говорит: ну что вы, ни в коем случае ваш кончик отрезать не будем. Вот встаньте на кушеточку, попрыгайте. Вот видите, он и сам отвалился». Вот мне кажется, у нас с наукой уже вот такая ситуация. Это мне мысль пришла в голову, когда я здесь не далее, как 2 дня назад, размешивал реактивы, ну, для того, чтобы на следующей неделе проводить серебрение, импрегнацию центральной нервной системы азотнокислым серебром. Есть такой способ, там фокус состоит в том, что красятся не все нейроны, а где-то каждый тысячный. Поэтому там можно увидеть все отростки или все связи, в зависимости от твоей задачи. У меня такая задача есть, и вот я, значит, готовил реактивы. Но не в этом дело. Дело в том, что я, размешивая реактивы, как-то посмотрел на упаковочку и увидел, что один из реактивов у меня выпущен в декабре 1970 года. Поэтому, может быть, действительно не надо ничего отменять, сама отвалится. Вот. Вот такие невеселые мысли у меня пришли по мере подготовки будущей работы. Ну, а так, конечно, у нас наука, в общем-то, ее поддерживает, тоже иногда непонятно зачем. Опять всплыли эти любители стволовых клеток с этими анекдотами о том, что они методом молекулярно-генетического воздействия изменят судьбу клеток. Они придут куда нужно и сделают все, что нужно. Но этот бредятину мы уже слышим 30 лет с времен фетальных клеток, которыми всех отлично подлечили. Вот теперь они превратились в стволовые клетки, которыми также отлично всех лечат, но пока безрезультатно. Хотя рассказывают нам о том, как там суставы в коленках лечат. Что лечить там? Крестообразный комплекс, передние и задние связки крестообразного комплекса. Как вы лечить будете? И как армировали, завинчивая шурупы в кости, так и армируют. Вы что, что-то сделали с связками? Никому не нужно это дело. Хотя, в общем, я принимал участие в разработке, так сказать, функциональных протезов и собственных тканей на эту тему.
Это никому не нужно. Точно так же, как сейчас опять всплыла эта старая, тухлая идея под видом наночастиц. Ну, когда-то, значит, добрые ученые придумали, но это не ученые, это инженеры, что когда впервые появились там, 25-30 лет назад антитела к некоторым видам клеток онкологического ряда, сказали, что давайте мы сейчас к этим антителам прицепим так вот какой-нибудь атом металла, они придут, эти антитела, сядут на раковую клетку вот так. А мы возьмем и в СВЧ-печке нагреем. Взорвется эта раковая клетка. Вот с этой дурью 30 лет назад носились точно такие же сегодняшние прохиндеи, носятся с идеями о том, что вот раковые клетки надо с помощью наночастиц из металла магнитными, значит, туда загнать. Как они их собираются загнать, непонятно. Почему раковые клетки должны наполняться наночастицами из железа? И почему они должны потом дохнуть? Это за полнейшая загадка. Но это, этим не обременяются. Главное, чтобы это звучало красиво и деньги давали. Но это все, конечно, не предполагает наличие талантов, а совсем наличие других людей, которые скорее ищут способ заработать около науки, обманывая доверчивых чиновников, ну, которые тоже не очень хотят ее развивать, особенно в таких опасных направлениях, как, например, изучение мозга. Я обещался сделать объявление о том, когда я смогу пообщаться со своими читателями, я это и делаю. Значит, я собираюсь вот с 21, 22, может, 23 числа побывать в городе Саратове и в конторке под названием «Пироги и мухи», где будут, кроме мух, еще вот такие чудесные сосуды, блестящие, сделанные в гусе хрустальном. Буду отвечать на вопросы слушателей. Ну, там немного, надо заранее записаться. Немного места имею в виду. Но, тем не менее, такое возможно. Я сейчас встречаюсь с читателями редко, потому что не вижу особого толка в этом деле. А уж в Саратове я обещал это сделать, поскольку все равно поеду туда за мозгами Стерлидейск, по которым уже начал довольно большую работу. Поэтому, уважаемые слушатели, до встречи. Напоминаю, что буду я чирикать в заведении на Петра Столыпина, 24, «Пироги и мухи», где буду мухами и баловаться, отвечая на ваш вопрос. До встречи. Надеюсь, что кто-то из вас увидит этот ролик и зайдет на огонек в подвальчик. До встречи.